Эльчин Сангу, популярная турецкая актриса, получившая широкую известность благодаря участию в сериале под названием «Бесценное время». Огненно-рыжая актриса успела завоевать внимание и любовь миллионов поклонников по всему миру. Мир турецкого кинематографа иногда бывает совершенно непредсказуем. К примеру, когда популярность главной романтической пары из известного сериала под названием «Любовь на прокат» достигла пика, началось странное. Поклонники мечтали видеть вместе исполнителей главных ролей, поэтому начали писать в социальных сетях своих любимых артистов. Фанаты просили актеров приглядеться друг к другу и, возможно, начать встречаться. Давно счастливо женатый актер Барыш Ардучи решил абстрагироваться от такого давления общественности. Он не стал идти на поводу у телезрителей и не обратил на них внимания. А вот Эльчин Сангу решила перенести собственную свадьбу, хотя в 2011 году готовилась стать женой популярного актера по имени Юнус Аздикен. Несмотря на то, молодые люди уже давно встречались, они решили повременить со свадьбой из-за огромного внимания прессы и общественности. В итоге Сангу пока не вышла замуж, детей у нее тоже пока нет.